Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Австрийский художник Эрнст Новак родился в 1851 году в Австрии. Умер в 1919. Получил отличное образование в Италии, Германии, но посвятить себя решил не только классической живописи, но и иллюстрации. Я пользуюсь многочисленными данными, которые нашел в интернете. Писал жанровые сценки, но больше всего Новак любил изображать забавных пожилых пьяниц разных профессий. Как я уже сказал, Эрнст Новак родился в 1851 году в Австрии. Художественное образование получил в Италии и Германии, но посвятить себя решил не только классической живописи, но и иллюстрации. Писал жанровые сценки, но больше всего любил изображать забавных пожилых пьяниц различных профессий. Работы Эрнста Новака выставлялись на аукционе несколько раз, а реализованные цены варьировались от 300 до 9000 долларов США в зависимости от размера и носителя произведения искусства. С 2000 года рекордная цена за этого художника на аукционе составляет 9022 доллара за картину «Монах на кухне», проданную в Вене в 2012 году. Ну вот те небольшие данные, практически в общем информации нет об австрийском художнике Эрнст Новак. Пока-пока, смотрим работы этого художника.